Новую команду в связи с ростом мощностей производства набирает предприятие «Юрма». За помощью в подборе персонала кадровики предприятия обратились в Центр занятости населения города Чебоксары. Руководители «Юрмы» встретились со своими потенциальными сотрудниками в рамках ярмарки вакансий. Подробнее об этом прямо сейчас, а я прощаюсь с вами до завтра. Благодаря надежным партнерам и инвесторам предприятия «Юрма» на старте нового витка развития, сохраняя статус стабильного работодателя. Алена Волкова хорошо знает весь конвейер. Изначально ее привлек удобный график работы и достойная заработная плата. А весь опыт и навыки она получила от наставника. Изначально я пришла на птицефабрику мастером. Затем меня перевели на должность старшего специалиста по учету сырья и готовой продукции. И год спустя я стала начальником цеха. География поставок увеличивается. Мы в этом году мы вышли на нового контрагента, он называется «Вкусвилл». Поставка в Москву. Также расширяется линейка производимой продукции. Это пример того, что предприятие готово обучать свои кадры и предоставлять возможности для роста и развития. Вопросы качества продукции сегодня превыше всего. Модернизация производства и новая сильная команда позволят предприятию занять достойную нишу не только на отечественном рынке, но и выйти на экспорт. В перспективе на 2022 год мы планируем увеличить объем производства на 7 тысяч тонн, построить 6 дополнительных птичников. При запуске этих птичников мы сможем полностью загрузить производство по убою птицы и перейти с односменного режима работы на двухсмены. Получаем сертификат на экопродукт, то есть у нас будет лейбл эко-птица, экопродукт. Соответственно, это расширит географию наших поставок. А это значит, заводу потребуются дополнительные рабочие руки. И это сегодня самый ценный ресурс компании. Это упаковщики, комплектовщики, грузчики. Также нам требуются механизаторы в производство по транспортной логистике. Это основные направления. На сегодняшний день предприятие развивается устойчиво, все время выплачивается заработная плата. Мы сейчас развиваемся в плане ввода новых торговых площадок. Почти 70 человек в рамках ярмарки вакансий смогли напрямую задать работодателю интересующие вопросы. Некоторые даже успели пройти предварительное собеседование. Пообщался. Прекрасно все. Пришел найти работу. Осталось до пенсии немножко. 2 года, меньше 2 лет. Вот сейчас предложили работу охранником. Я получил, собственно, вариант на «Юрме». Тут упаковщики нужны. Есть работа, есть, собственно, варианты. Ищем. При трудоустройстве предприятие гарантирует достойную заработную плату, полный соцпакет, корпоративный транспорт и питание, а также обучение опытным наставникам. Эффективность ярмарки такова – 17 соискателей уже получили направление на работу в «Юрме».